Готово. Все. Три, два, один. Пол. Слышно? Да. Скоро лучше. Интересно, если в тебя ковенантка зайдет посреди... О, господи, шар зайдет посреди ковенантки, она собьется? А, набирай, ладно, подшивай. Сбивается все. Дерзко. Шар просто завис. Нормально, чё. Круги, первая нейтрализация, сейчас луч будет. Это первый протокол. Прохильте челов в ОХП. Да ёп, прыгай ты, блядь, мразь. Будет опасный луч перед окончанием, так что готовьтесь. Луч. И скоро бежать звезду. Звезду и круги наружу. И сразу обратно, далеко не уходите. В столашке уже нет, уже спред чела. Да чё? Ресайте. Он вылетел. О, уже танк ресайте. Нас нет, да? ЦПР. Есть, окей. Я прозевал, я лучше. Пытался сору обернуть. Ты его уже понял. С минус ДД файт, конечно, такое себе. Таргет. На нем бафов нет. Так вот, типа уничтожение забираю. И дальше ты, по идее, до раскалывания танчишь. Первый протокол, чела. Подводи. Сейчас. Давай, 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 давай. Окей. Сейчас круги. С кругами не спим. Круги и луч за ними сразу. Луч. Смотрим луч. Кайфу. Скоро выбегать звездочку. Звездочку. Сывы. Армаз. Я чувствую, мы проклянем эту немоту. Вы уже спрадаетесь. А если под поушен все это дело затаймить? Войско, кубик. Теория неплохо должна получиться. Сейчас затаймим под поушен. Самое поганое в немоте то, что под пристовским куполом его вообще не видно. О, сейчас нет пистовского. Вот это да. Вот это да. Хорошо, значит, в желтой метке не видно. Поэтому его и не видно. Лучше, лучше, лучше. Сейчас первый протокол и заводим босса. Сейчас дырочки чпонькнут еще. Заводи. Так. И сейчас луч еще, наверное, будет. Луч, 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 не спать. И звездочку скоро бежать, как взрываться начнет. Побежали. По кайфу можно спрятаться. Так. 10 секунд будет БР. Ну это чудесно, потому что я сейчас нахуй умру. Могу перейти на 1-2 удара. Не надо. Не, идея под второй поушен говно. Давай. Босс зарядится быстрее. Хотя... Она такая, типа, какая-то идейка. Полрублевая.
Раскол. Все равно посмотри по тебе, все равно было. Поздно, надо прям перед кастом. Конец каста раскала. Или поушен нужно за 5 секунд до боя просто выпивать, я не знаю. О, все, протоколы поехали. Ну, Сарова вылетевший не дал бы 2,5, но мы близки к киллу.